Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Толян. Сегодня я хотел бы сказать два слова про риэлторов. Я уже сказал, что переезжаю в Тайвань скоро. Вот квартира, в которой я жил. Хозяин собирается, понятно, собирается найти нового клиента. Приходили агенты из риэлторского агентства. Не одно время интересовала эта сфера услуг. Вот решил задать вопрос риэлтору, говорю: слушай, а можно задать тебе личный такой вопрос, говорю? Какие вообще качества должны быть у агента, у риэлтора? А что он мне говорит? Ну, говорит, прежде всего, говорит, нужны человеческие качества, человеческое общение. Это как бы самое главное. Говорит, надо разговаривать с клиентом, даже когда даже не знаешь, о чем с ним говорить, надо как-то развязать язык. Вот. Потом существуют какие-то культурные факторы, вроде того, говорит, ну, с арабами, говорит, например, у них с чьей-то женой разговаривать, это, говорит, ну, как бы, говорит, это неприлично, да, разговаривать, поэтому, говорит, ну, надо разговаривать как бы с этим. С мужиком, а к бабе лучше не обращаться, иначе мужик обидится. Вот. Ну, вот так просто. Интересно такие культурные различия. Ну и человеческие качества, которые требуются в риэлторском бизнесе.